Как найти в Internet Explorer ранее просмотренную страницу? Бегая по интернет, мы встречаем интересные страницы, но не все заносим в избранное. Потом, когда мы хотим зайти на эти страницы еще раз, мы не можем вспомнить их адрес. Для нашего удобства все браузеры собирают адреса посещаемых нами сайтов и хранят их в своей истории. Хранят столько времени, сколько заложено в автоматических установках или пока мы ее сами не очистим. В этом ролике мы подскажем, как найти просмотренную страницу в Internet Explorer. За время этого вступления мы заходили на разные страницы, и в том числе о сомалийских пиратах. Допустим, сейчас мы хотим на нее вернуться. Все, что мы помним, это слово «Сомали». Давайте вместе найдем эту страницу в истории наших посещений. Кстати, если у вас нет русской клавиатуры, воспользуйтесь нашей. В Internet Explorer нажмите на Favorites – избранное. Перейдите на закладку «История» и выберите в меню «Поиск в истории». Впишите или вставьте слово «Сомали» в поисковое поле и нажмите на «Искать». Как видите, у нас была всего одна страница в истории посещений с таким словом. На нее мы и нажмем. Также можно искать по датам посещений, по именам сайтов, по наиболее посещаемым вами сайтам и так далее. Техника поиска по истории в Mozilla, Opera и других браузерах похожа на показанную нами для Internet Explorer. Успехов вам!